17 июля отмечается День металлурга в Орске. В честь этого профессионального праздника вечером в Центральном парке прошел концерт. Для ветеранов металлургии выступали местные творческие коллективы. Также ветеранов наградили почетными грамотами. Еще громче, дорогие друзья, аплодисменты. Ну и, конечно же, фотография на память с нашими прекрасными людьми, потому что сегодня ваш праздник. Низкий вам поклон.